HyperX Alloy FPS – прочная компактная клавиатура с переключателями Kale Silver Speed, которые имеют малое усилие срабатывания и короткий ход, обеспечивая легкий и уверенный игровой процесс. Клавиатура, предназначенная для геймеров с целью обеспечения наилучшего сочетания стиля, производительности и надежности. Alloy FPS имеет стальной корпус, поэтому остается жестким и устойчивым при быстром нажатии клавиш. Присутствие открытых светодиодов на свечах делает RGB-подсветку более яркой. Специальное ПО HyperX Ingenuity обеспечивает гибкие настройки функционала, включая работу с подсветкой. HyperX Alloy FPS RGB – компактное решение, подходящее для использования даже на небольших поверхностях ограниченной площади. Небольшие габариты клавиатуры предоставляют достаточно места для маневров без необходимости менять настройки манипулятора. Девайс оснащается USB-портом для зарядки. Съемный износоустойчивый провод в оплетке обеспечивает удобство транспортировки. Наличие цельной стальной рамы повышает устойчивость девайса, делает клавиатуру неподвижной даже во время интенсивной работы. Под кейкапами модели установлены долговечные и надежные переключатели Kale Silver Speed с ресурсом в 70 миллионов нажатий. Свечи имеют минимальную силу срабатывания, что делает их подходящим для геймеров, желающим получить моментальный отклик от нажатий. Встроенная память устройства способна хранить настройки конфигурации до 3 пользователей. Корпус Alloy FPS RGB выполнен на металлической основе. Цельная стальная рама клавиатуры делает ее прочной, надежной и устойчивой, независимо от интенсивности игровых режимов и эмоциональности происходящего на экране. Клавишные переключатели Kale Silver Speed со сверхбыстрым реагированием. Под кейкапами клавиатуры установлены долговечные свечи с малой силой срабатывания. Это оптимальный вариант для профессионального гейминга на высшем уровне. Игровой режим 100% антигостинг и функция неограниченное количество одновременных нажатий клавиш. Убедитесь, что все ваши нажатия клавиш регистрируются и что вы случайно не выходите из игры в ключевые моменты. Я проанализировал отзывы реальных покупателей и выделил основные преимущества и недостатки этой модели. Вначале расскажу об отрицательных моментах. Унылый софт. Минимализм комплектации. Шумная. А вот что покупатели оценили больше всего. Быстрая. Дополнительный USB. Качественная сборка. Металлический корпус. Интересные режимы подсветки. Отсоединяемый кабель. Полноразмерная. Лежит на столе намертво. Мягкое нажатие. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения покупки я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайся на канал и жми на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!